Сегодняшнее заседание Государственной Думы начнется с принятия в третьем окончательном чтении проекта федерального закона о дополнительных гарантиях детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Я сразу скажу, я смотрела здесь пресс-подходы, и одна фракция здесь присвоила себе пальму первенства, сказав, что это народная программа, их закон. На самом деле нет. Закон этот несло правительство, потому что, ликвидируя собственный, так сказать, пробел 30-летней давности, когда у нас образование стало платным, поэтому дети-сироты тоже вынуждены сегодня стать жертвами вот этого платного образования. Поэтому те дети-сироты, кто в процессе обучения уже достиг возраста 18 лет, но продолжает учиться в общеобразовательных школах, в профтехобразовании, мы с депутатом Оксаной Генриховной Дмитриевной и депутатом Сипягиным добавили еще и студенты, которые учатся в вузах. Все они имеют право на бесплатное образование. Долго, полгода мы утрясали этот вопрос, чтобы вы знали, потому что Министерство образования, даже не удосужившись представить статистику, сколько таких детей-сирот, заявило, что на это нет средств. Посчитали, оказалось, в 8 ведущих вузов таких детей-сирот в год только 32 насчитывается, а отчисляется 6 тысяч студентов. Поэтому никаких дополнительных средств на это не требуется. Депутаты единогласно поддержали нашу поправку у нас. Вот я представила автора этой поправки, и наша фракция в числе тех, кто эту поправку вносил. Но понятно, что это коренным образом не улучшит ни положение дел в системе образования, ни положение самих детей-сирот, хотя опять вот по нашей инициативе все-таки мы примем до окончания этой сессии предложение о том, чтобы ускорить детям-сиротам получение жилья. Для этого они должны элементарно хотя бы стать на очередь, получить прописку. Сегодня такой возможности у детей нет. Они покупают себе эту прописку, всякого рода жуликов и мошенников, которые потом присваивают эти детские квартиры. Мы практически согласовали этот законопроект с правительством и намереваемся принять его до окончания весенней сессии. Но, как всегда, лето – это время, когда с ностальгией вспоминают родители и не понимающие, почему они сидят при школьных лагерях или дома дети. Иными словами, вместе с началом лета все наши дети ждали, что мы, власть организует для них отдых и оздоровление, для этого вывезет за город. Власть отчиталась, 38 тысяч лагерей, заявил Минпрос, открыли свои двери в июне текущего года. Но статистика лукавая, потому что только 2 тысячи из этих школьных лагерей являются загородными. Все остальное – это пришкольные лагеря. Жертвы от этого пришкольного лагеря, буквально Самарская область, вчера вот наш комитет направил запрос в прокуратуру генеральную, в Роспотребнадзор. Отравились 8 детей в городском пришкольном лагере, город детства в городе Самара. Шестеро из них в возрасте от 6 до 10 лет в тяжелом состоянии находятся в больнице. Здесь же, в Самарской области, в мае тоже случилось отравление детей в пришкольном лагере. Чуть ранее в Московской области, в городе Долгопрудном. Поэтому у нас на сегодняшний день сфера детского отдыха, пожалуй, одна из немногих, которая не урегулирована самостоятельным федеральным законом. Но мы не можем дальше откладывать сейчас или оставлять без внимания наших детей. Поэтому вчера наша фракция выступила с предложением создать межфракционную группу и взять детский отдых под депутатский контроль. К великому сожалению, сегодня это полномочие отнесено к субъектам. Министерство, наше ведомство, а их 7, отвечает за организацию детского отдыха, но тот самый случай, когда у 7 нянек дитя без глазу. Поэтому намереваемся в понедельник, 27 числа, вынести на Совет Думы, нас поддержал председатель Думы, проект постановления о создании межфракционной рабочей группы по мониторингу детского отдыха и оздоровления и по разработке федерального закона, полноценного базового закона об организации отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации. Спасибо.